наших переводчиков. Когда вы уже зашли в Google Drive, у меня это расположено в My Drive. В загрузке надо найти папку. Сейчас смотрю. Тут у вас будет, может быть, несколько папок. У меня она под названием, как и у вас, должно быть YouTube channel stopfake.su. Дальше. И тут же сразу вы видите загрузки. Сюда нажимаем. Здесь вы видите несколько папок. Вот это мы уберем, может быть, или вот это, да, ты поменяешь. Для тех, кто переводит на английский, для тех, кто переводит на немецкий и на испанский. Сейчас у вас пока только три языка. Дальше у нас есть папка для титров и для YouTube. Вам надо будет выбрать вот эти из сырых закачанных видеофайлов вашего языка. Например, если вы переводите с английского, вернее, на английский, вы берете этот файл, протягиваете его себе, move, и дальше работаете с этим файлом. Для чего нам это надо? Чтобы мы знали, кто работает. Это будет тут высвечиваться. Для вас это будет me, для нас это будет ваше имя. Вот, и дальше, и чтобы несколько человек не работало над одним и тем же файлом. Дальше, когда вы уже подготовили перевод, у вас он уже есть, перетягиваете этот перевод в папку для титров. Это следующий этап. В папке для титров, вот она уже у вас. В папке английского ее нету. В папке для титров этот файл перешел, и сюда же вы перетягиваете или нажатием кнопки Upload, значит, вы ищете этот файл, где вы написали перевод. У меня сейчас этого файла нет для перевода. И там вы нажимаете Open. И тут тогда будет два файла, MP4, видео и ваш перевод. Все.